Пиздяковую, Позвонкову, Мудакову, чипосты я все изучил наизусть. Скиньте видео, где Федорова издевается надо мной, где еще одна тетка россиянка издевается над моим антивоенным рисунком. Пусть он посмеется, только вот я думаю, что в будущем и вообще с точки зрения Бога жалок он, а не я в этот момент будет. Тот, кто смеется над художником, который, блин, полуслепой и больной, и антивоенный рисунок делает, а над ним издеваются. Это просто, ну, короче, смейся давай, издевайся по полной. Еще скажи, что молодец, что я даун, что я, ну, что я дебил, посмотрел, ну, я посмотрел все твои видео, ничего не понял, там, все твои фото, все твои эти посты почитал, ничего не понял. Скиньте ему, пусть поиздевается, он любит такое издеваться. Да, короче, скидывайте всем, кто любит над этим издеваться. Ладно, короче, обзор на... Сейчас я ищу хорошую камеру. Ах.